Добрый день! Сегодня мы вам расскажем про автоматический купор MZ400E2M с ориентатором элеваторного типа. Рассчитан на работу с крышкой Twist-Off диаметром 82 мм, тары объемом 440, 720 и 1500 грамм. Установка состоит из элеватора, склиза подачи крышек, транспортера, автоматического укупора со сменными звездами под каждый из видов тары. Процесс переналадки происходит следующим образом. Сначала необходимо поставить нужную проставку под укупорочную головку, затем поменять поворотную звезду под нужный размер тары, далее выставить склиз подачи крышки по высоте тары и наступить крышки. Давайте посмотрим.